Дональд Трамп. Дональд Трамп. Трамп. Дональд Трамп. Трамп. Дональд Трамп. До смены власти в Белом доме после 8 лет правления демократов сегодня сидят по минуту. Постепенно медицинское страхование станет необязательным. Трамп очень американский. Плоть от плоти страны, в которой вырос. Трамп, как говорят компьютерщики про взлом программ, крякнул эту гниловатую американскую систему элит с первого раза. Сыграл по ее правилам и стал президентом. Парень из Бруклина, сложный подросток, смог сделать то, о чем, по идее, должен мечтать каждый американец – стать президентом Америки. И Америка получила свое лицо, которое очень напоминает плакат с дядюшкой Сэмом и вопрошающим перстом. Что сделал ты, чтобы Америка снова стала великой? Программная речь Трампа ровно 100 раз прерывалась аплодисментами приблизительно за час. Не трогать нашего Трампушку! Я помню, да. Трамп наше все, его главное не трогать. Трамп, как и в бизнесе, намерен действовать решительно. Мы поддерживали Трампа, мы его группа поддержки. Мы знали, что мы делаем, и наш кандидат выиграл. С избранием Трампа президентом США старый мир 20 века закончился.